Ди-би-ди-би-ди-ди. Фиксакофе начинается. И Сережа улыбается. Пенный напиток разливается. Настроение повышается. В штанах пенис набухается. Наливается. Привет, панамасы! Как жизнь панамасная? Что там дятлов-то процветает полным ходом? Анка, я что, наизнанку свитера одел, что ли? Или нет? Мне как-то не нравится, когда мы в кадре. Панамасы из пластмассы. Да нет, вроде нормально. Просто свитер не бесшовный. Тын-дын-дын-дын-дын. Мало годы. Как я вчера донес 4 бутылки? Может тебе коромысло мне давать или веревку страховочную на случай, если отвяжется? Слышь? Потому что постоянно ручка отваливается. Слышь, ты что такая дерзкая, Анюта? Так, что мне надо? Сынёк. Сегодня у нас кофе Павлик. Мне его не проспонсировали. Пахнет вкусно. Может ли быть вредным то, что пахнет вкусно? Скажите мне. Я думаю, вполне. Вот водка, например, она не вкусная, но она и вредная. Флёр пошел кофе. Отлично. Аня, я тебя вижу в отражении ручки, но панамасы этого не увидят. К сожалению. Кофе наливается, а Сережа улыбается. Штанам пенис прижимается. Ведущий Финя обеспечивает звуковую поддержку нашего сегодняшнего эфира. Финёк. Луи де Фюнес. Сольём. Thank you.
набита молоком. Поэтому она так плохо отбивалась. Сейчас на пар мощный. Сейчас он забьется как надо. Фономассан. О! Вот это уже битве. Это уже битве слишком. Что ты тяпкаешь? Меня не слышно. Соведущий Финя заглушает весь эфир. Девушки благородных голубых кровей любят погорячее коктейли напитки. Рискованный перевертыш дает самый вкусный эффект. Че, я достану сомбреро? Не надо сомбреро. Все, фономасы, кофе готово!